Рад приветствовать всех участников конференции судей Тульской области. Хочу поблагодарить за приглашение принять участие в работе вашей конференции. Сегодня избираются члены Совета судей и Экзаменационной комиссии Тульской области по приему экзаменов на должность судьи. Рассчитываю, что те, кому будет оказано высокое доверие, достойно справятся со своими обязанностями, учтут накопленный опыт и будут работать слаженно и эффективно. Важно, что судьям удается сохранить высокое качество рассмотрения споров, соблюдая все процессуальные сроки. Сегодня государство создает гражданам и организациям новые возможности для улучшения жизни, развития потенциала. При этом нельзя полностью исключить случаи злоупотребления этими возможностями. Поэтому возрастает потребность в судебной защите прав, законных интересов и добросовестных лиц. Необходимо учитывать, что реформа судоустройства в России продолжается. Как отметил в ходе выступления на Всероссийском семинаре посвящения представителей судов президент России Владимир Владимирович Путин, реформа должна способствовать повышению качества и доступности правосудия, росту доверия к суду и обеспечивать эффективную защиту прав, достоинства, собственности граждан.